Друзья, сегодня я расскажу о том, как найти ваш смартфон при помощи Xiaomi Mi Band 4. Значит, свайпаем сверху вниз, заходим дополнительно, листаем и ищем здесь, вот, найти устройство. Желтый такой значок под таймером, нажимаем и... И чтобы отключить вот этот ужасный звук, надо было нажать, вот здесь я еще раз сейчас покажу, вот здесь вот, отключить звук. Вот, и после этого вы еще раз просто нажимаете, и все, тем самым вы говорите о том, что вы нашли телефон и больше сигнализировать не надо.